Здравствуйте. Я живу по улице Бульвар Победы, 28, и прошу содействия по жизненно важному для меня вопросу. Несколько недель назад в подвале нашего дома в очередной раз прорвало канализацию. Нечистоты залили подвал, а после этого прорвало горячую воду. И канализационные отходы круто заварились кипятком. И с этого времени в подъезде и в моей квартире на первом этаже стоит густой и ничем не выводимый, не выветриваемый запах канализации. Обращения в УК «Городок» не привели ни к каким результатам. Они игнорируют мои обращения. Ответа от них не последовало. Я обратилась к ГЖИ, но срок рассмотрения заявок 1 месяц. А дышать в квартире невозможно. Мерзкий запах вызывает тошноту и головную боль. Спать невозможно. Такое ощущение, что ночуешь в канализационном коллекторе. Постоянно открытые окна привели к простуде. Но закрыть окна нельзя. Санитарное состояние дома отвратительное. В дополнение к фекальным миазмам УК «Городок» не убирает подъезды. И вместо решения данного вопроса из УК поступил анонимный звонок. Женский голос возмутился моей заявкой на уборку и сказал: «Говно ваше, вы и убираете». Звонившая не представилась. Содержание и ремонт жилья я оплачиваю регулярно и в срок, и хочу получать соответствующие услуги, оказанные качественно и вовремя. Надеюсь, что освещение в прессе поможет обратить внимание УК «Городок», санитарно-эпидемиологические службы и надзорные органы на это безобразие, можно сказать. И, наконец, решить этот вопрос и убрать подвал дома, и убрать из него грязь, и все, что там вылилось из канализации, произвести дезинфекцию подвала и, наконец, убрать подъезды в доме. Граждане из мэрии, хочу обратиться к вам. Обратите ваше внимание на бардак в городе и что творится в сфере ЖКХ. Почему по любому вопросу обслуживания надо биться, писать во все инстанции, тратить нервы и здоровье, чтобы добиться исполнения оплаченных услуг? С уважением.